Председатель Алтайского краевого законодательного собрания пришел сегодня на выборы не один, а вместе с внучками. Участок Александра Романенко расположен в Барнаульской детской школе искусств номер один. Избирательный пункт, как и все остальные, открылся в 8 утра. Гостей здесь встречают песнями и танцами, а также полевой кухней. Процедура голосования для Александра Алексеевича заняла не более 5 минут. После общения с журналистами он отметил, что сегодня для него и для всех жителей края исторический день. Мы избираем не только губернатора Алтайского края, мы, как вы понимаете, закладываем определенную ситуацию развития края на ближайшие, по крайней мере, 5 лет. Все избирательные участки у нас в крае открылись, эксцессов, нарушений не зарегистрировано.